Я всех приветствую на своем канале. Сегодня мы продолжаем наш тест проверки на изотермические свойства авиационного термоса КУ-202С. И мы произведем замер температуры спустя 8 часов. Давайте посмотрим, какая же температура в данном термосе спустя данное количество времени. Для этого мы будем использовать ртутный термометр химический. Раз. Давайте посмотрим, какая температура у нас в термосе. Так, температура у нас 55 градусов. Учитывая теплопотери, скорее всего, у меня какие-то даже не 55, а 57 градусов. Учитывая то, что, скорее всего, у меня проблемы с верхней крышкой, потому что при заливке она очень сильно нагревается. Я вот тут даже сделал такую вот самодельную прокладочку, но, к сожалению, она сильно не помогла. Но, в принципе, температура воды обжигает немного руку. Вот. Просто вот в крышке немножко вода льется. Я так предполагаю, что вот из-за вот этих вот вмятин. Но, к сожалению, что продавалось, то и купил. Найти такую вещь крайне сложно. Вот. Соответственно, может быть, еще ввиду того, что здесь вот надо сделать такую вот штучку. Потом через какое-то время я ее сделаю. Можно будет попробовать еще провести тест, если это правда поможет. Я всех благодарю за просмотр. Всем огромное спасибо.